Если в одном месте появляется, Может, я... то было тогда Да. в разных местах. Ну, она маленькая, скорее Работа всего, в одном будет. месте все. А, ну я ПВО тогда возьму. А то там Роксар на вертушке. Чудо-тюз, Чироксар. Живой щит. Щит живой. Американский живой щит. Кареш, ты где каску потерял? Цыганил. Продал? Ну да. Проверить температуру оружия. О, ужас. То есть для оружия клинить его надо через изменить. Я на 100 пошел вдоль гряды, прикрываясь грядой, и вам советую. Я тоже пойду, потому что мало народу, и так хватит бой. Вертолет, Люба, сзади вертолет, сзади вертолет. Вертолет прилетел. Бастам катаю. А его не надо сбивать? Надо. Да. У нас же был зенитчик. Короче. Чё? Ну ты же, за тебя зенит. Ну я же выбежал. А, ну... Сейчас заход сделаю. Это допрячь. Пардон. Тут надо дальний срезать. На башнях сидят чувачки. Сидят? Да. Массовщика пострелять. Сейчас займу позицию, постреляю. Нам трубы же не нужны. Стреляй по мне. Нужны трубы, что? Вертушка, кажется. На 200 вертушка заходит, спрячь. Это очередь. Не попал? Нет, оно не лочит. Нет, на Т. Я нажимал на Т, но все равно не лочит. БХ сгорело? Вы бы это шли, пока я вас хоть как-то давлю. У меня магазинов много, но они не бесконечные. Паш, сколько до отхода приблизить? А, хрен знает, метров 1200 мы. Смотри, куда я буду попадать? Я буду стрелять сейчас по правой крайней башне. Мне по оптике 700, где-то 600, 500.
Ну ты по верху башни бьешь? Сейчас да. А она проходит по какое-то там. Ну, короче, сверху первое окно. У меня 1200 стоит. Ага. Ну, 1300. Заходит, заходит опять вертушка. Понял, сейчас попробую еще положить. На нас идет, на нас идет. Я снимаюсь отсюда, вдоль гряды иду. Нас все равно уже раскрыли, сейчас она будет туда ходить опять вертушка. Сторона замка, кажется, двигалась. Да, она заходит. Ctrl Windows там выбрать нужное место, где на либо желтое, либо красное, и там дальше навести будет появиться там перевязать или морфин. Мудрая система. Так, у меня еще есть выстрел на стене. Ну оставь, будем штурмовать. А БМП вообще целая, нет? Ну, а машинка у нас есть какая-нибудь? Целая, да. Ой, ой, какой. А вы через поле бежите, что ли? Ну, мы едем. Оу. Да, а ты на шифте едешь? Подавите этот верхний этаж. По нам стрелять. Блин. Давлю, вы живы? Короче. Ты видишь что-нибудь? Нет? Короче, убит. Что у меня на ДШК? Короче, был. Он может без сознания или убит. Ты отъедь как... за гору, посмотри. Я понял, как проверить его? Ну, Windows на машину наведи. А можно там выкрутить, нельзя будет какое-то действие. Либо сесть на стрелка, он тогда выкинется мертвый. Нету ничего. На стрелка не сесть? Нет. Значит, он живой. Наверное. А, так он отходил вообще. Давай выкатим ДШК, чтобы только была видна какая-то башня. С какой стреляли, кто знает, нет? Лингер пошел. По-моему, самой ближней башни. Я сейчас выйду на верхнюю гряду. Подождите, я на гряду сейчас верхнюю выйду. Посмотрю. Не торопитесь. Там, смотрите, этот вертолетчик, пилот может прибежать. Да он долго будет бежать без такой станины. Ну да, тут можно... Попробую прорваться поближе.
Опять магазин закончился. Да что такое? Хочу стрельнуть, опять магазин пустой. А, живой? Это вот длинный третий как раз башню стреляли, да? Наверное. Все, есть, готов, уронил оружие. Отличненько. Я попадаю в пеху, там видишь, нет? Да, вот-вот, сейчас бил по башне, а то там сидел этот ожидание. А вы жив? Давай сближайся, сейчас я сниму прицел. Буду штурмовать тоже. Так, ты правее заходил, да? За правую гряду? На мне. Да. Подойдем. Подойдем. Правильно. Отступаю, раненый. Кого-то там подавил. Где вход? В камнях. Перед входом в камнях сидит чувак. Да. К тебе, по-моему, идет. Я очень далеко. На машинку сесть не может, поехать. Легко. Чего? Живой, говорит? Пока да. Кого-то замаслил. Че за... Допустил. Павла БМП убил? А, говорили, БХ убита. Да она была, она вроде убитая. Как она вообще? Что происходит? Не понимаю. Прикольно, по мне ПТУР пролетает. Я такой охреневший. Блин, Паша, блин, я тебя первый раз вообще не смыслил. А почти мог смыслить. Да ладно. Надо станину, короче, да. Видимо, мне это поправить на да, сервере, сделать скрипт. И метки, да. Чего еще хотел я? На этой миссии надо, вы если помните, там туман хранительный. А, на этой миссии подойти. Здесь надо туман, иначе вот это вот, что сейчас есть, это просто дичь. Mm-hmm. Станину я посмотрю, как прикрепить. А станину увеличить или уменьшить? Увеличить, конечно. Не, ну можно на миссии, можете регулировать миссии, но можно сделать, чтобы она на всех миссиях была одинаковая. Паша, зачем ты вылез? Я думаю, я тебя обойду. Че, завершаем? У нас красных не осталось. А, эти. А, красные, почему живы? В зоне не осталось красных. А там у нас маленький пилот убой. А из зоны как выйти красные могли, нет? Не помню, не знаю. Кто там автор? Или автор пилота? Да, пилоты. Пилоты. Ну, если в зоне не осталось красных, значит да, красные синий. Проиграли. Да, лучше синие.
что можно рубить. Ничего не рубишь. Все. Надо тормозить. Я... О, привет.